Скрепный православный отдых после введения санкций. Нахожусь 120 километров от Уфы. Природный парк Аслыкуль. Вес сюда с человека или любое попадание 250 рублей. Спа-центр. Вода из озера. Столовая. Детские развлечения. Комната. Двухместный номер. 1000 рублей в сутки. В них живут люди. Куда все эти люди, остальные ходят в туалет? Я не знаю. Но за 1000 рублей предлагается вот это. 1000 рублей в сутки. Не нужны нам эти отели заморские. Лежаки, песочек, напитки, все включено. Это все бездуховное, чужое, не наше, не русское. Нам надо березку и занавески. Тепло, уютно, скрепненько, по-домашнему.